Как ты относишься к сказкам? Очень, очень люблю сказки, на самом деле. Правда? Да, у меня бабушка очень часто в детстве читала сказки. Это очень хорошо, потому что на ближайшие три песни я приглашаю вас в сказки. Написано же, да? Будьте как дети. Вот в творчестве у меня это получается иногда очень хорошо. Автор стихов следующей песни — эстонская поэтесса Анна Хаава. Музыка моя. И пойдемте сказочные дорожки изведывать. Что даже это очень правильная и необходимая часть нашего жизненного пути. Наверняка все присутствующие здесь знают сказку «Снежная королева». Привет вам из Снежного королевства.
прозрение под кожей, глядишься в темный свой эфир и видишь в отражении когда-то столь прекрасный мир сквозь призму искажения. Thank you.